Так, обратно все в пульну, хорошо, скорость на наоборот, блин, затяжной, красивый, красивый, какой удовольствие. Брай, два, прямой, Дима, это что такое, в смысле Брай не сделал? Давай, он быстро реабилитировался. Просто забрался на шансок ворота, набрали оттуда в когда. И про Брай, прям не знал, я думаю, это была задумочка такая, что мы используем все фигуры, все ухо, можно сказать, или вроде как Сергея Сергея, а в то же время и Брай получится отменять сегодня трюка. Тимофей, 5 секунд, ребят, осталось вам 7, если мы сейчас готовы всем вам коленду. Нет, уже 3. Димон, один трюк. Давай, давай. Оп, какой хилос, а дабл хилос, он накинет его обратно в сторону кроссфайна и кроссфайн дадут играться на прямой. Я надеюсь, вот это, господа, именно этого парня вы запомнили.